Якутский зоопарк Арта-Дойду в минувшие выходные посетили 7 тысяч человек. Причиной такого внимания стал медвежонок белой медведицы Колыманы. Напомним, 24 марта он впервые вышел из берлоги. По словам работников зоопарка, люди с детьми приезжали из Якутска и ближайших поселков. Несмотря на небывалый наплыв посетителей, работники зоопарка оказались готовы к этому. К тому же, только за выходные доход от посещения зоопарка составил более 1,5 миллиона рублей, когда как годовой доход предприятия близок к отметке в 20 миллионов. Такого наплыва мы не ожидали. Были большие очереди, но нам пришлось оперативно решать вопрос, чтобы не было столпотворения. Указ сегодня. Обстановка уже стабилизировалась, так сказать. Все равно люди идут. Нормально мама себя чувствует, и медвежонок играют. Вот как бы внимания не обращается на посетителей. Стресса нету.